Привет! Сегодня простое, но очень вкусное блюдо. Жареная куриная печенка с картофелем. Картофель отварить в мундире, дать остыть. Очистить и нарезать небольшими кусочками. В сковороде с антипригарным покрытием нагреть растительное масло и обжарить картофель со всех сторон на среднем огне, помешивая. Вынуть из сковороды шумовкой, чтобы масло стекло в сковороду. Лук очистить, нарезать тонкими кольцами. Обжарить в сковороде на среднем огне. Посыпать сахаром и продолжать жарить до хрустящей корочки. Переложить лук к картофелю. Растопить сливочное масло в той же сковороде, печенку вымыть, обсушить. Нарезать крупными кусочками и обжарить на среднем огне, помешивая в течение 5 минут. Переложить в сковороду картофель и лук, перемешать, прогреть 2-3 минуты. Приправить свежемолотым черным перцем и солью. Посыпать рубленной зеленью петрушки. Подавать к столу. Полный перечень ингредиентов в описании к видео. Желаю вам приятного аппетита!